для начала сделаю обед с твоими любимыми персонажами. Это первый шаг к дружбе. С персонажами? Именно! Они помогут заинтересовать ребят и начать с ними разговор. Тут такое дело. Обед мне и так будут готовить. Ничего подобного! Ну да, какие девушки, когда и друзей-то нет? Но кто, кроме девушки и подруги, станет готовить тебе обед? Скажи, пожалуйста. За них уже вперед уплачено. А, отношения за деньги. Она тебе за отдельную плату еще и готовит? Мне подруга о таком рассказывала. Кадю. Что такое? Будь осмотрительней с друзьями.